Внимание! Говорит Москва. Работают все остальные. Детям тут можно. И всего 3 странички. Куда смотреть? Если есть возможность паузу, то сюда. Прямо в камеру. Она меня слышит? Ну, вы смотрите на текст, конечно, и вот чуть-чуть повыше, это уже хорошо. Да, и погромче надо подвинуть. Значит, как только от текста отойдете немножко, так повыше взгляд в камеру. Только и всего. Можно начинать? Можно. Здравствуйте, дорогие юные друзья. Поздравляю с днем рождения Пелагею. Организация Объединенных Наций, которая объединяет почти все государства Земли, разрешила поздравить вас с днем рождения. Это очень хорошее, правильное решение. Ведь она настоящая женщина, поскольку родилась в Советской Социалистической Республике. И она, я уверен, пусть не совсем богатая, но все-таки счастливая. Дорогая гражданка, постарайтесь не забыть то светлое, золотое время, что все-таки был дефицит и квартиры по очереди. К сожалению, сегодня квартира является предметом роскоши, и все, кто ее имеют, миллионеры. А главное, что народ и правительство едины. Народ наконец-то имеет право голоса, а правительство имеет народ. В Советском Союзе мы жили, к сожалению, небогато. Чтобы поехать на курорт, нужно весь год усердно трудиться. Я никогда не имел айфона. Не знал, что такое интернет, нанотехнологии и социальные сети. Но да мы отвлеклись от нашей именинницы. Дорогая Пелагея, сегодня ты стала на день старше, а значит мудрее. Любой твой каприз в этот день будет исполнен. Это значит, что тебя уважают. И, конечно же, заслужила орден. Дорогая ты моя, мною нецелованная. Некоторое время ты тоже жила в СССР и, как и все, шла на говно. На говногу. Это я по бумажке. Желаю тебе здоровья, счастья и мирной, радостной жизни. Ну что, нормально?